На улице весна, сегодня солнышко, и мы замечательно празднуем неделю Рахманинова здесь, в зале имени Рахманинова. Долгожданная моя встреча с молодежным оркестром, которая дважды переносилась. Наш сегодняшний концерт должен был быть год назад, вчера. Все-таки все состоялось, несмотря ни на что, и я получаю огромное удовольствие от ребят. Когда весь оркестр молодой, это глаза горят, они все играют первый раз, и в отличие от самого экстра-класса профессионального оркестра, они не экономят свои силы. Они отдают все, что есть, они делают сразу и все, что ты просишь, без сомнений. Они открыты, как чистый лист, на котором ты можешь рисовать здесь и сейчас. И это очень-очень здорово всегда. И они отдают в десятки раз больше, чем ты им даешь сам. Все время нужно управление, и куда идем, и что, и как. Но если это управление происходит в нужном русле, есть этот ток взаимный, то тогда можно делать колоссальные совершенно вещи. Я зажигаю их, и у нас сегодня Рахманинов, а это особое для и русского человека, и у нас в крови эта музыка, поэтому тут не нужно ничего объяснять, мы просто получаем удовольствие от музыки. Музыка Рахманинова для меня в первую очередь романтика. Это такая искренняя волна от начала до конца произведения. Для меня это большая русская душа. Для меня он любовь, море. И море любви, страсть, русская душа, последний русский романтик и мой любимый композитор.